Всем привет, с вами Супер Марк, и сегодня я снимаю видео про Лего Ненцев. Вот такая вот у меня Лего Ненцы. Пришел такой набор, посылка такая классная. Я уже все собрал, сейчас будем снимать, сейчас буду вам показывать все. Первое, то, что я вам покажу, давайте покажу вот этот вот миномет. Миномет китайцы сделали очень плохо. Мне вообще не понравилось. Просто разваливаю все тупо. Так. Это у меня такая вот снайперка с ночным видением. Это патрон для миномета. Это у нас люгер. И была в вот целых 6 таких вот гранат. Винтовка КАР. Такая вот. Динамит. Суперная лопата. Такая вот какая-то снайперка. Это у нас сейчас вот такой вот пулемет. Их было целых 2. Вот такой вот пулеметик. А это даже похож на пулемет Максим. Но мне очень понравился. И вот этот последний. Второй такой же, как и вот этот вот. Следующее мы рассматриваем сейчас вот эти вот. Это насыпь из 6 мешочков, я ее сделал. Это 2 проволоки такие колючие. И теперь начнем рассматривать фигурки. Первая фигурка — это у нас такой вот солдат. Вот видите, такой вот солдат. И у него есть тут этот как канистра. Вот такая вот. Это как. Винтовка КАР, точно. Такие вот у меня очень у всех фигурок одинаковые принты на теле. Тут сзади рюкзачок, и сзади тоже одинаковые принты. Он в кепке. Такое у него лицо. Такое типа радостное или что-то. Такое типа немножечко хитренькое такое. Это у нас командир этого отряда. У него лицо такое хорошее, но просто китайцы очень плохо сделали то, что аж фуражка ему налазит прямо на лицо. Это у него в руках люгер, бинокль. И только кроме капитана у него другие принты. Рюкзака нету, как у прошлого. Фигурка очень крутая. Кстати, у каждой фигурки шли подставки, вот такие черные подставки. Следующая фигурка — это она с маус-патроном. У нее на голову одета пилотка. Принт точно одинаковый же, как у первой фигурки. Я вам говорил, что у них всех одинаковые принты, как кроме капитана. Он держит в руках маус-патрон. У него тоже рюкзачок. Такое вот лицо. Следующий солдат. Вот такой вот с шмайсером. У него в руках шмайсер. И каска такая. Мне очень понравились каски. Китайцы их хорошо довольно сделали. Лицо такое вот злое. Это у него рюкзак. Следующая фигурка. У нее уже такое лицо. Вот просто китайцы сделали из точек, я не знаю, как такое можно сделать. И у него в руках граната и винтовка какая.
такое вот лицо. То же самое каска, как у прошлого, рюкзачок. И самая последняя фигурка. Она мне понравилась больше всех. Это у нас пулеметчик. Смотрите. Сейчас. Вот такой вот пулеметчик. Вот такой вот пулеметчик. У него каска такая. Вот такой вот пулемет. Да, и кстати. У него рюкзачок, каска. Лицо такое вот самое очень злое. И принты у них довольно очень классные. Даже знак СС виден. Карманчики всякие. Ну и знак немецкий там такой вот. И все. А что я могу сказать об этом наборе? Набор получился очень классным. Советую вам его заказать. Фигурки все классные. Это все просто обалденное. Вообще класс. Советую вам этот набор заказать. Там очень много всего классного. И подписывайтесь на мой канал. С вами был Супер Марк. И всем пока.